большой привет еще разочек. И решила все-таки показать, когда посадила, как у меня получилось и как я вообще сажаю анцепсы. Если они у меня лесенкой и вот так свежие приходят. Вот так вот. Здесь минимум, скажем так, субстрата. И субстрат такой, чтобы ничего не замокало. Пробковое дерево. Здесь уже обычный субстрат, который я использую. Здесь кора в перемешку с лавой. И есть немного, вот видите, такие кокосовые чипсы. Ну, их там совсем-совсем чуть-чуть. И туда вставлен блок, который, в принципе, будет напитываться влагой из влаги в горшке, подавать ее вверх. И вот так вот за ризому пристегнута бульба. Покрутила я, покрутила. Ложить на субстрат как-то под углом мне не понравилось. В общем, никакой вариант, возможности, скажем так, не было. Тем более корней мало, брать большой горшок я не хотела. А вот так вот будет самое то, особенно с моим методом полива. Это оно. Так, и вторая посадка тоже. Вот он, вставленный блок. Так, под углом. Тут лесенка гораздо меньше. Угол у нее, скажем так. И она будет потихоньку карабкаться по этому блоку, но в то же время будет примерно оставаться в пределах горшка. Субстрат тот же, идея та же. Корни на виду, много воздушных карманов. И будет удобно следить, чтобы ничего не погнило, но при этом будет достаточно хорошо влаги. Вот такая у меня обычно идет посадка, скажем так, выкручиваюсь. Вот так вот. Ну, а в дальнейшем же, конечно, буду думать, как стоит пересадить. Горшки, конечно же, будут уже гораздо шире, но при этом пониже. Возможно, будет керамика, как я рассказывала, свою идею, вариант посадки подобных растений в распаковке. Ссылка будет в описании на видео распаковки. И, в общем-то, эти два видео выйдут в один день, один за другим. Вот так вот. И всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь, кстати, как вы справляетесь с подобными ситуациями. Мне будет очень интересно и, я надеюсь, полезно, потому что не всегда получается сделать так. И не всегда это удачная посадка, иногда приходится для более влаголюбивых, не таких как анцепсы, добавлять еще мох или кокосовое волокно или всякое. Но, в общем, я буду очень рада, если вы поделитесь, как вы справляетесь с такими растениями. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!